Здравствуйте, добро пожаловать. Проходим со мной. Да, вот сюда. А эти, наверное, тоже откуда-то сварили его. Так, семечки еще не созрели, не рвите их. Мы учтем. Хорошо, хорошо. Давай, проходим, пожалуйста, за молодым человеком, сейчас я вам все расскажу и расскажу. Давай, давай. Что, прохладно, да? Сейчас греться будет. Так, подходим, вооружаемся микрофончиками. Сейчас будем петь. Молодые люди, уважаемые, стаканчики берем. Не хотите вина попробовать? Меня не снимаем, я в федеральном розыске уже. Хорошо. Хорошо, договорились. Уважаемые, стаканчики берем. Вы не будете его все? Почему? А крепкий напитки? Тоже не будет. Чачу, коньяк, бальзам. Тогда детишкам сок гранатовый дадим сперва попробовать, а взрослые вина попробуем, крепкие напитки. У нас есть полусладкие вина, полусухие, сухие, коньяк, бальзам и чачу. Я вам все расскажу, дам попробовать. Ваша задача слушать внимательно и пить до дна. Начнем с самого легкого вина. У нас в погребе постепенно будем повышать градус. Под номером 1 у нас мускат, белое полусладкое вино, 8 градусов по крепости. Очень легкое вино, пьется как компотик. В народе это вино женским считается, девушки его пьют, в основном женщины. Имеет ярко выраженный аромат винограда, он очень душистый. Именно этим отличается от всех других вин. То что? Вино называется мускат. Под номером 2 у нас красное полусладкое вино. Вино называется букет Абхазии, 9 градусов по крепости. Букет Абхазии у нас купажное. Купаж, знаете, что такое? Смесь нескольких сортов винограда. Вот такие сорта, как Каберне, Сапирави, Изабелла, Акачиди и Ахарда. 4 сорта винограда содержит более на любителя, купаж очень хорошо чувствуется. Вот. У нас в Абхазии, знаете, как говорят, если кто-то хочет быстро учить абхазский язык, ему нужно пить обязательно букет Абхазии. Так что побольше пьем на абхазском заговоре. Вы не дегустируете, да? Под номером 3 у нас красное сухое вино, называется вино свадебное Родета, делается из местного аборигенного сорта винограда, Аганчич называется. Он произрастает в Абхазии, этому сорту винограда более 2500 лет. Чуть-чуть кислиночку имеет виноград, он сам по себе такой с кислиночкой, сейчас я вам говорю. Но после вкуса у него приятное и вкусное. Как вам сухое вино? Али, сухое вот там еще бутылированное стоит, принеси, пожалуйста. Полусухие сухие вины самые вкусные, но самые полезные считаются, хорошо усваиваются в организме. Давайте вот еще белое сухое попробуем. Также у нас есть белое сухое вино, делается из сорта винограда Силикаури. Называется вино Бамбора, это село, где произрастает именно этот сорт винограда. 12 градусов по крепости белое сухое вино. Терпковатое. Белое сухое. Белое сухое вино будете пробовать, уважаемые? Оцените сухое белое вино. Крепкий прям. Крепкий, да. А красное прям. Друзья, обратите внимание, вот справа от меня замуровано два бушинчика глиняных. Это обожженная глина, изнутри обработана пчелиным воском. Вот за счет этого вино может в нем храниться 15 градусов. Первое вино, которое мы попробуем оттуда, называется Кинсбароу. Вы слышали о таком? Да. Вот, любимое вино Сталина делается из сорта винограда Сапирави. Оно полусладкое, 12 градусов по крепости. Сейчас как раз я скажу, оно же не... Кинсбароу очень насыщенное вино, отличается от всех других вин. Именно насыщенностью, потому что сам по себе сорт винограда тоже насыщенный. Кинсбароули будет?
Не любите пинсмородку? Как можно не любить пинсмородку? Можно и хочешь. Можно, Ванечка. Сейчас попробуем. Вы что? Ну, по-моему, это кинзмородка. Следующая минута. По-моему, это оно. Попробуем с вами. Тоже знаменитая, называется Ванчкара. Вы его не любите, а зря. Делается из двух сортов винограда. Это александрийский и мужурийский сорт винограда. Вот имеет аромат мясных ягод. Малина и ежевика очень хорошо чувствуется, но в прямом смысле малину и ежевику туда не добавляют. Сам по себе сорт винограда такой. Я по запаху уже чувствую, что это питон. Так, я вас подготовил к крепким напиткам. Сейчас коньячок с вами пройдусь. Слово не нравится законом в Абхазии. Статья идет до 3-5 лет. Коньячок на миндалине, перегородка грецкого ореха, 40 градусов погрепости, очень легкий, мягкий, содержит плоды конфетного дерева. Конфетное дерево прорастает в Абхазии, его плоды в 10 раз слаще сахара. Именно поэтому коньячок пьется мягко. Попробуйте коньячок. Вы будете пробовать коньячок? Попробуйте коньячок. Легко пьется, да, Лю? Не, он вкусный же, он пробовал тогда. Нет, тогда я не пробовал. Марина, не мешай, да? Выдохнули вы, да. Постой. Что? Бодрились? Вкусные, да, бодрились. Вот сейчас с вами попробуем чачу, абхазку. И со 5 градусов по крепости делается исключительно. Пробовали. Хотя бы попробуем. Делается исключительно. Мужчины пускай пробуют. Настоящая чача, чем отличается от самогона, это натуральный продукт, не добавляется сахара, даже и воды. Перегоняется два раза, чачу нельзя смаковать, нужно пить залпом. Нет. Спасибо. Мы бальзам на лучше. На границе алкотестер стоит, проверяют уровень чачи крови. У кого ноль показал, обратного дальше. Просто не наш напиток, мы же попробовали уже. Потом будете чачу сейчас танцевать. Попробуем, танцевали. Все забыли, да? Вы не хотите чачу? Бальзам будет? Бальзамчик, да. Он вкусненький. Сейчас я принесу бальзам. О, если бы не спросил, бальзама бы не было. Бальзам у нас на травы содержит... Самогонка или все-таки получше? Вот такие травы, как... Все дистилляты. Такие травы, как шалфей, мелисса, мята, чебрец, воздвига, зверобой. Плоды сушеного барбариса. Барбариска очень хорошо чувствуется. Вкусняшечка. Рекомендуется в чай, в кофе, тонизирует вот, очень хорошо. Детишка можно давать при кашле, при насморке, при простуде. Как вам бальзамчик? Аромат почувствует? Да. Вкусно. Вы пробовали до этого на бальзамчик, да? Да. Вы были у нас? Нет. Не у вас, а вон, наверное, в той комнате. Где? Там. Да? Соседи, наверное. Ну, у нас все одинаково, я имею в виду. А, ну прям здесь, да? Погреб. Нам вот вина, который не Хванчкара перед этим... Кинзмараулин, да. Мы на него еще тогда... Мы только просто мы тогда еще другое взяли. Сейчас вот на это. А бальзам сколько стоит? Бальзамчик вот такая на разлив у нас его нету. Ну? 350. Сколько? 350. Угу. Ну ладно, если хватит, то мы возьмем. Вот смотрите, вина продаем в полтора литровых тарах, вот таких вот. Первое вино Муска стоит 400, букет Абхазии, сухое вино 500. Я, наверное, его возьму. Коньяк и чача 0,5-300, 1,5-900, 100 гранатовый 150. Кувшинчики, все такие вот глиняные, обожженная глина, вино там хранится вроде с ними. Покупаете кувшинчик, вы напиток заливаете бесплатно. Закрываем пробкой, с ручом ставим. Тот, который нам вино наливал. Если кто-то заинтересовал, говорите за него. Ну что, говорю, нам надо. Будете платить? Да, 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 да. Если кто-то интересно спрашивает, я вам. Его много и не выпьешь, правильно говорит? Его чай, добавлять, да. Очень вкусненькое. Оксан, а ты это, посчитай, что там получается у нас на бальзам? Это 600, а это 350. О, нет. Тогда, может, будем
Девушка, вы же у нас были уже. Были. Да. Ну, Даня, у нас другая экскурсия. Они тебя все... Меня вспоминали? Да. Конечно. Вы были тёплые слова. Хорошим. Очень хорошим. Да. Это же мой дедушка. Да. Смотрите, я был красивый дедушка. Вино нам вкусно налили. Вот мы выпили, вспоминали. Невкусно? Он не вкусно наливал, что ли? Вкусно? Нет, да. Вкусно? Другое, другое просто. Где становились? Конечно, да. Нет, я догадался. Ты красавчик. Уй, да. Уй, да. Еще что-то. Эльза! Чачу. Вы с чачем ходите? Не-не-не, это точно не... Чачу пили? Чачу пили? Пили лава. А это да, ну понятно. Сейчас я вам скажу. Хорошо. Это вот этот вот бальзам, да, есть? Блин, я просто не знаю, Оксан, вот 350, куда его нам? Потом везти, вот, мы же не выпьем его, везти это очень сложно. Наливают это прямо отсюда, здорово. Что? Удачи! Нам!